Понравилось видео? Ставь лайк. Не понравилось? Ставь дизлайк. Не оставайся равнодушным. Вот спасибо мужикам, помогли мне вытолкать Победу из гаража. Привез аккумулятор, чтобы заводить ее, а он разряженный. Этот аккумулятор готовится на помойку, а вон водитель сидит там. В гараже-то простор какой стал. То заходишь, она же как бы на входе стоит, а тут холодильник гигантский. Как бы еще вот все остальное забрать. Доски эти у меня не влазят в автобус, они 4 метра, а у меня 3. Ну вот это старый гараж. Сиденье от Яриса заднее, от Тойоты, в которой масло менял. Бедлам это кое-что еще со второго этажа сюда спущено. Надо все-все увозить, вывозить, гараж освобождать да продавать. Сосед по гаражу вот на Лексусе ездит. Хорошая машина. А пришел посмотреть на Победу. Но нет равнодушных. Нету равнодушных к Победе. Это так придумано с завода, ничего не переживайте. Вот тоже раритет. Передал я председательство новому председателю, тоже любитель старины. А я пересел на Яриса, очень мне нравится. Одному ездить, расход 5 с хвостиком, даже 6 литров нет. Проставки поставил, видите, высокие какие. Ну, вообще клиренс стал. Посылка доставлена. Нам нужна всего одна Победа. Все, мужики, теперь дела с ней впереди только. Как буду что делать, буду вам показывать. На этом всего доброго. До скорых встреч. До свидания. Лайк, подписка. Да вы и сами знаете.